Всем привет! Сегодня у нас 11 марта. Время вот уже 3:30 почти. И у нас плюс 14 градусов. Вы представляете, какая жара у нас сейчас стоит. Недавно было минус 40. Ну, правда, сейчас попадает солнце, наверное, а так в тени где-то плюс 10. Сейчас покажем, как в городе, вообще как во дворе тает снег. И потом пойдем Карел посмотрим. На улице вот такой у нас солнышко светит, все тает, вот с теплицы что сошло, уже упрессовалось, можно пройти. Здесь собаки оставили свои следы, надо вот они мины убирать. Ну ладно, сейчас вот эта масса просто будет таять, и здесь будет большая лужа. Так что сейчас в городе покажу, что происходит. Вот она идет, вот она идет, мадам. Джесси помогает весне, ест снег, да? Ешь снег, будешь есть? Вот, малыш. А, ты кост там ешь. Вот смотрите, какая она уже стала. Надо будет на днях ей делать прививку. Отвезем. Вот она у нас кушает и растет. Да, Джесси? Ну, здорово, делай здорово. Сейчас, ну-ка, поздоровайся. Здорово, Джесси. О, ты проглотила, что ли, кость? Ладно, она сейчас нет. Так что такие дела. Ладно. Пойдемте вон там, там уже снега, где мало, уже практически. Ну, тает. Не сказать, что не осталось, но тает. Вот в городе что творится. Без какая весна в Сибири. От машин грязь. По обочинам. Ну. Грязь. Вот вдоль дороги вот так. Ракету даже положили, почему-то всегда стояла. Видимо, устала. Вот. Это настоящая ракета. Воинская часть. Вот они, машины грязные. Вон они все стоят забрызганные. Ну, весна такая. На дорогах вон лужи грязные. Лужи. Сейчас пока снега было очень много в этом году. Сейчас пока это все встает, недели 2-3. Еще резко так тепло стало. Сейчас вообще около 15 градусов там. Ну, на солнце это. Так что вот такая весна у нас в Сибири пришла. За городом, правда, еще лежит снег. Ну, уже тоже такой. Ну, в городе, да. Ну, все уже идет. Идет весна. Так что скоро будет все здесь. Все зеленое, красивое, все в цвете, в цвету, тепло. Ладно, сейчас у Карел увидимся попозже. Ну вот, смотрите, что творится сейчас на въезде домой. Если здесь не на секунду остановиться, то вы здесь остановитесь на час минимум. И сейчас вот это все откапывать очень сложно. Если застрянете вот в этом снегу. Он рыхлый, машина проваливается, но хорошо, хоть он растаял немного и уже, ну, уже можно шлифануть до земли. Вот, смотрите, все чистили, все равно снега очень много. Вот он, наш ручей. Он уже наполняется водой. Вон она, вода. Все, весна пошла. Сосенки, которые я посадил. Тепло, очень тепло. Джесси. Куда пошла, Джесси? Джесси? Сейчас утонет. Вот она, моя красавица. Айда. Джесси, сидеть. Ай, ты умница наша, умница. Вот она, видите, как выросла. Все, ну не надо на меня прыгать. Вон какие колеи, смотрите. Так что он сейчас присылает, ну там где вот, с Мишей с Америки, с Атланты, да, по-моему. Там уже цветут цветы, нарцисс он мне как-то видео присылал. Кстати, да, этот, вот я как-то видео выкладывал про немецких перепелов. Йохан, здорово, дружище, вот Йохан открыл канал. Там он сейчас снимает про своих перепелок, кекликов, потом про этих, ну, про всех своих птиц.
кому интересно, там очень много как держат за границей. Не у нас, конечно, там все по-другому. Все корма, таких кормов у нас нету просто. Мы держим по-своему, исходя из своего доступного материала, чем можно кормить. Вот, например, у нас небогатый выбор. Ну и то мы выкручиваемся, неплохие результаты дает все это. У нас даже в Сибири нету столько такого разнообразного корма, как, например, на югах даже у нас. Вот там Краснодар, Ростов, Крым. Такого разнообразия у нас вообще нету кормов. Поэтому в Казахстаном общаюсь, Марсака. Здравствуйте, вот скоро тоже канал откроет. Ну, канарейками там серьезно занимаются мужики. Тоже вот будет очень интересно. Так что казахстанской группе все привет большой. Салам из Сибири. Ну, там мужики такие, ну, очень серьезно занимаются всем этим. Очень красивая птица. Джесси! Джесси! Айда! Послушная девочка растет. Даже уже вот 2,5 месяца она уже очень хорошо слушается. Может, ее Багира воспитала, ну посмотрите, какая она. Так что скоро. Ну, я общаюсь, конечно, очень много, с большим количеством людей. Благодаря Ютубу мы все познакомились. Так мы раньше-то никого не знали. В глаза мы, руку мы никогда друг другу не жали. Вот чисто Ютуб, общий интерес. И все. Уже на Багиру нападает, уже как Багира почти. О, видите, как дерутся алабаи, это чтобы за шею не схватили. Так что, ладно, отвлекаюсь я что-то. Достало. Спотишка, вот поэтому алабаям отрубают хвосты. Багир, она тебе скоро откусит твой хвост, да? А? Это хулиганка такая. Хвост откусит она Багире. И уши тоже. Так что поставлю я ссылку на Йохана с Германии, как он там, он канал про вот этих очень красивых кекликов, перепелок. Ну и потом дальше, что интересно, что там буду оставлять. Смотрите, учитесь. Вместе мы сила, когда вроде бы думаешь, многое что знаешь. Особенно не забуду, как у меня были проблемы с волнистыми попугаями, гнезда. Оставались птенцы в гнездах. Джесси помогает весне, ест снег. Оставались птенцы в гнездах, и мне кто-то посоветовал. А я не знал, что делать. Оставить один гнездик, все, гнездо. Другие самки залезут, убьют птенцов. Ну, чтобы начать самим размножаться. И мне один посоветовал, не помню уже, как зовут, сказал, открой в крышку в гнезда верхнего. Верхнюю крышку в гнезде открой, никто трогать не будет. Реально, это такой простой способ. А как он сработал, это просто вот это гениально, как он сработал. Поэтому вообще вот я смотрю, очень много чего нового подчеркиваешь для себя. Поэтому я говорю еще раз, вместе мы сила. Поэтому все будет хорошо. Ладно, сейчас пойдем к орелам чуть попозже. Сейчас пойду кормить. Надо пойти курей покормить, собак. Собаки неохота едят, неохота. Вот. Вот как мы еще тренируемся на лошадях. Завалило. Все-таки бойцов с детства видно. Все. Захват. Болевой сейчас единый. Это у нас конь, игрушка. Сейчас она, ну сейчас, ну давай, вставай. Она ее так трепала, когда это, сейчас легла с ней. Оба, учится приемом. Наверное, выворачивает. Но все-таки это же какой-то это у них. Давай, встань, потрепай. Она прям ее так трепает. Так, сейчас подождем. Так, ну вот они у наших корелок. 4 птенца всех вылетели.
Они здесь более-менее ручные. Я сейчас просто зашел в другой куртке. Они меня еще не узнают, поэтому немного. А так они очень спокойные. Вот это нижние корелки. Гнездо стоит, пока никаких продвижений. Я так думаю, надо посмотреть. Корелла очень такая птица. Вроде бы нет ничего, вроде бы даже и не намечается. А потом раз. Не, пусто. А потом раз. И есть. Не боятся. Ладно, пойдемте наверх. Наверху то же самое. Он гнездо убрал, откуда они вылетели. Вот они, наши морские. Эти на отдыхе, 4 самочки. Там не знаю, что сейчас будет. Вон там, возможно, будет рожать. И там одна новенькая тоже скоро будет рожать. Пойдемте наверх. Уже здесь я давно не топил печку. Теперь надо запускать инкубатор, наверное, если успею. Здесь 20 градусов, да, плюс. На 1 киловатте. Очень тепло. Канареечки. Почему-то у них не вылупили птенцы. Проверил яйца. В двух яйцах были, ну, птенцы мертвые. Не смогли выйти. Так, ну вот они, наши корылы. Что-то вот его хвост потрепанный. Что это у него? Наверное, в гнезде лазил. То гнездо, третье гнездо, когда я собирал, я забыл показать. Вот оно, это гнездо. Давайте посмотрим быстро, что там внутри. Кто говорит, ну, что ДСП там вредно для корел. Не бойтесь, ничего не будет. Это вредность у вас в голове просто. А не в этом ДСП. Живете. Там пол дома заставлено этим ДСПшки. Ничего, живете же. Ничего с вами не случается. То же самое с птицей. Что думаете? Птица чувствительная у вас, что ли? Ну, вот видите, как удобно смотровое окно. Ямка есть. Ну ничего, еще не готово. По корелам так. Иногда думаешь, это, ну что, не хотят размножаться или что? В один прекрасный день, оба, смотришь, а или самца, или самочки днем нету. И потом понимаешь, что уже сидят на яйцах. Нет, ни одна. Все пары на улице, да, ну в клетках. А здесь то же самое. Так что пока тишина прошла, по-моему, неделя. Может даже меньше, как я поставил гнезда эти. Ну, пока никаких продвижений. Я захожу сюда редко. О, это вообще. Это я сейчас я вот в такой куртке, вот она. А это я сегодня жарко просто. Я в другом захожу сюда. Они меня сейчас не узнают. Попугаи очень-очень умная птица. Они своего хозяина. Если вы заходите постоянно в одной и той же одежде. Зимой-то я заходил в этом бушлате или пуховике, как его назвать. Они уже привыкли к нему. Сейчас меня не узнают. Нету тоже ничего внутри. Никаких следов даже, что они здесь заходили. Ждем. Как появятся яйца, я вам обязательно покажу. Тихо. Скоро откроется вот это окно. И уже будет заходить свежий воздух, солнце. Со временем, как я дострою дом, сделаю вольер на улице. Здесь вообще будет рай для попугаев. Сам сделаю. Даже в это время уже буду открывать эти. Вольер запускать их, потому что солнце греет. За счет вольера здесь будет очень тепло тоже. Ну, так что пока ничего с корелами. На улице весна. Жизнь продолжается, все нормально, все хорошо, лучше. Ну все, как должно быть. Спасибо за просмотр. На канал сейчас я оставлю ссылку на Йохана.
Там и очень интересно, много тоже птицы. Хочу завести тоже таких же горлиц бриллиантовых, как у него. У нас их, правда, я один раз всего лишь видел у нас в области. У одних, ну что-то я не купил, так и больше я не видел нигде, чтобы эти горлиц продавали. Ну ничего, найдем, достанем, привезем. Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока. Всем удачного сезона в разведении попугаев, канареек. Чтобы сезон начался, чтобы у всех, ну, как можно больше было птенцов, разных, меньше разных неприятностей. Ну, без этого никуда. Ладно, всем пока, скоро увидимся.